Внимание будет даваться 48-му заключительному на сегодняшний день заезду. Там старт, где со старта повела Джесси, здесь же Честерфилд, полем Динго ММС. Входя в правый поворот, бег ведет Джесси. Вторым по ходу Честерфилд, третьим Динго ММС. Счетчик 32. 32 десятых секунды, первая отметка дистанции. Впереди Джесси, на второй позиции Честерфилд, на третьей Динго ММС. Джесси подходит к отметке второй четверти. 36. 36 десятых секунды, вторая отметка дистанции. Лошади вошли в левый поворот. Впереди Джесси, на второй позиции Честерфилд, третьим по ходу Динго ММС. Тридцать четыре и три десятых секунды, третья отметка дистанции. Это в целом тише, чем в первом бике. Честерфилд пытается захватить Джесси. Внимание! Финиш!